8 апреля 2018 год, Харьков, это Сатурн у нас. Колец то ли не может сфокусироваться, то ли просто оптика не позволяет. Эллипс виден, уже хорошо. .502 по Киеву. И опять у нас какая-то облачность небольшая. Дымка. Вот это у нас Марс. Да мы его сейчас ловить не будем. Марс, Сатурн и Луна. Да, дымка портит всю картину. Красавица.
Ну а Марс, Сатурн. Сейчас еще попробуем сюда же влепить Юпитер. Будет полный комплект на фоне жилого комплекса Меридиан. Который близ торгового центра экватор. То есть у нас тут сильный National Geographic. Это рыбалка, честное слово, с таким телескопом. Град увеличения. Штатив не помогает. Вот это он. Юпитер. О, и спутники обозначились Галилеева. Красота. Красота. Ты посмотри, как они горизонтально. Вот это удачно получилось. Ганимед и у Европы в какой последовательности врать не буду. Калиста. Калиста, Ганимед и у Европа. Юпитер, не убегай. Ай, красавец какой. Так, еще раз, это у нас 5.11 по Киеву. В
8 апреля 2018 год. Харьков. То бишь 50-я параллель. Северная широта. С Юпитером получилось хорошо. Вышел поснимать Сатурн, а снял хорошо Юпитер. Понятно, Юпитер и поближе, и побольше. Ты посмотри. То есть фотоаппарат стоит на штативе. Движение по экрану Юпитера – это скорость вращения Земли. Что-то не сфокусируется. Красота. Вижу раз, два, три, а где ж четвертый спутничек? Вот он выползает, красотулька наш. Да, вижу три спутника. Четвертый то ли закрыт самим Юпитером, то ли аппаратура у меня не бывает.
То ли я его просто на экранчике не вижу, на маленьком фотоаппарата. Так, ну ладненько. Уже светает, уже, конечно, тяжело. Еще раз луна. Луна правее Марс, правее Сатурн. Ну и там у нас восход довольно скоро. Восемнадцать по Киеву, Харькова. 8 апреля 2018 год. С Пасхой, кто верующий.